Мы получили ответ, но не от руководства мэрии, а от заместителя департамент, руководителя департамента коммунальной властности. Я не знаю, насколько легитимный этот ответ. Если он легитимный, то мы мгновенно переключаемся на передачу животных в другие зоопарки. Если он не легитимный, то, я думаю, несложно дать нам ответ и от руководства мэрии. Власне, что зазначалось в ответе? Э, ну, то, что сказал Куртьев сейчас, у них нет возможности, Нету персонала, но ну, естественно, и нету пока. Его нужно организовывать. Его нужно организовывать. Тогда он не будет. А вот, видите, так и сказано, что нема возможности.